Хорошая книга – лучший подарок. Я всегда думаю так. Но многие люди не любят читать. Поэтому они, например, говорят, что у них нет времени. Но на самом деле у них просто есть другие приоритеты. Мне кажется, что это хорошо. Каждый человек может выбрать себе составление приоритетов. Я люблю читать, потому что каждая книга кажется деревью в другой мир и ждет, чтобы быть открытой.